Сегодня мы будем делать цветной макияж Smokey Eyes. Как ты успела заметить, мы уже нанесли тональную основу. Как правильно наносить тональную основу, ты сможешь узнать из мастер-класса «Безупречный тон лица». Начнем с век. Используем стик-корректор, палочка-выручалочка. Благодаря ему тени будут держаться долго, а цвет будет более насыщенным. Нанеси его точечными движениями и распредели подушечками пальцев. Мы будем использовать два оттенка теней, яркая парочка. Начнем с оттенка «Адам и Ева». Нанеси более темные тени на веко при помощи аппликатора. Чистым кончиком аппликатора растушуй цвет на сгибе века и по направлению к брови. Нанеси немного светлых теней на кожу у внутреннего уголка глаза. А темные — под линией роста нижних ресниц. Теперь мы берем второй оттенок теней Белла и Эдвард. Аппликатором нанеси темный оттенок теней на складку века. Затем на внешний уголок века. Чистым кончиком аппликатора аккуратно растушуй тени. В конце можешь воспользоваться кистью для румян Very Me. Просто делай кистью круговые движения по веку. Затем кончиком аппликатора нанеси немного теней под линией роста нижних ресниц у внешнего уголка глаза. А теперь берем карандаш для глаз «Двойная игра» оттенок «Бирюза и изумруд». Маленькими штрихами нанеси темный оттенок над линией роста верхних ресниц. Ты также можешь использовать этот оттенок на внутренней линии роста нижних ресниц. Если глаза воспалены, то лучше пропустить этот шаг, так как зеленый еще больше подчеркнет красноту. А сейчас тушь для ресниц ультраобъем. Начни с окрашивания нижних ресниц. Затем переходи к верхним ресницам. Закрывай глаз, когда проводишь щеточкой по ресницам зигзагообразными движениями. Зигзагообразные движения позволяют лучше прокрашивать и делать каждую ресничку более объемной. Для естественного румянца и свежести мы используем румяна «Сладкая ягодка», оттенок «Коралловый». Начиная с верхней части щеки, нанеси румяна на лицо легкими круговыми движениями. Заверши макияж тонким слоем матирующей пудры «Лучшая подруга», чтобы придать коже свежесть и нежность. Когда ярко красишь глаза, лучше выбрать для губ естественный оттенок. Подведи контур губ карандашом «Верный штрих сливочный беж». Начни от центра губ и двигайся к уголкам. Ты также можешь использовать этот замечательный кремовый карандаш как помаду. Завершающий штрих. Бальзам для губ «Нежный поцелуй». Он прекрасно увлажнит губы и придаст им легкое сияние. Нанеси бальзам точечными движениями и сомкни губы, чтобы лучше распределить его. Превосходный, яркий макияж Smokey Eyes готов. Больше советов и подсказок по нанесению макияжа, а также весь продуктовый ряд Very Me ты найдешь в разделе Very Me на сайте Oriflame или на нашей страничке в Facebook. Это продукты, которые мы использовали в мастер-классе.